Всем привет, с вами Гвинблэйд, и я наконец-то в Иштаре, блять. Я, если честно, сюда только попадал один раз, это в том прохождении, когда я сюда пришел убивать Зубина. А пойдет ты нахуй! Но как у тебя есть... Но прежде я объясню тебе правила нашего города. Дай-ка угадаю. Никак... Именно. Ты знаешь про... 350 тысяч, это, блядь... Три комплекта моих самых охуенных доспехов, блин. А, Иштар, блядь, сколько лет я здесь ни разу не был, блядь. Где арена? Я хочу на арене пиздиться. Это арена. Касим! Я хочу драться на арене. Нет, эта арена только для ассасинов, а не для путечистов. Ты охуевший, блядь, а я что, не ассасин, что ли? Ты из Нордмара? Я кую оружие из руды. Оружие из руды? Разве для этого не нужна большая печь? Нужна, чтобы плавить руду, готовую... И? Если добудешь где... А если считаешь, что разберешь... Вот рудные заготовки. Парень, ты притащил 10 рудных заготовок. Ну и молодец же ты. Я принимаю... Ты... Да. Блять, там было, знаете, что написано в описании мода, что вот этот придурок, этот Мусан именно, может уйти в какой-то подвал, наверное, вот в этот, да, блять, и уйти под текстуры, и... Ага, я тебе, кажется, понял, где он идет в текстуры, блять. Как бы все пиздец, вы не сможете, типа... Эй, парень, по-моему, ты не здешний, а? А ты? Откуда ты? Из Лага. Я пришел сюда тренироваться. Что ты делаешь? Я готовлюсь к борьбе. Готовлюсь духовно. Уходит текстура и пиздец. Душа и тело. Нахуй. Ясно. Правда. Может быть, из-за курения? Да. Не знаю, чем они тут наби... Я могу тебе помочь? Конечно, можешь. Отправляйся в Лага и принеси мне... пакет отборной болотной травки. Охуенно. С наилучшими пожеланиями из Лаго. Хе-хе! Я уже чу... Если ты раска... Акробатики, значит, обучаешь, да? Что-нибудь есть именной, нет, блядь? Ебать, шахит, сука! Так, дальше чё, блин? Неужели придется 350 золотых заплатить? Я что-то этого не понимаю, юмора, блядь. Я Мунтазир, слуга Бейлиара и управляющий Иштара. Один из наших людей остался в пустыне. Можешь спать в его хижине. Первая вверх по лестнице, та, что с черепами над входом. Хуяна. Я принес Свену рудные болванки. Прекрасно. Скоро мы вооружим наших бойцов оружием. С этим оружием они... Вот. Что у тебя есть? Там водички куплю. Сколько у тебя денег, блядь, подожди-ка. 8 тысяч, ну давай я тебе дам вот это, 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 вот это. Денежки там, блядь, всё, 40 тысяч всего, ёбаный, вот. Нихуя себе, ты чё за троица долбоёбов, нах. Опа, два мага, смотрите-ка. Что тебе нужно от Нерусула, величайшего черного мага в Иштаре? Погладить тебя по головке за то, что тебе удалось пробраться в город? Понижней. А я-то думал, что величайший маг — это Зубин. Так оно и есть. Он самый после меня, великий, да? Маг. Ты заказал кражу руды. Эти идиоты! Они меня обманули! Они должны были принести мне болванки! Вместо этого, эти кретины продали их за пару вшивых золотых. Да уж, рудные болванки чего-нибудь достоят. За пару вшивых золотых. Горстку ассасинов, вооруженную этим оружием, никто. Даже сам Зуб. Эй, давай-ка спустись на землю. Рудных болванок у тебя нет, ни одной. Проклятье. Слушай,
Давай забудем об этой маленькой неприятности. Я плачу тебе 2000. Ну так. Ты заплатишь за свои дела своей кровью. Ты посмел откат. Да. Сам дед. Я отправлю тебе. Твой последний час пробил. Давай. Здесь она ой. О, она ой. Давай почитаем. Тут что-то об алхимии. Его убить можно надо было? А, пускай повалять сейчас станет. Сувус молчит. Вставай, сука! Ой, моя башка! Светится. Ты что-нибудь скажешь, нет? Я угрожал, воин Зубина и тренер. Что привел? Ты можешь обучить меня? Нет, я тренирую. Блять, заебали нахуй. Зубин, открой мне дверь. Пусти меня к себе-ка. Что? Ну, если на тварь... А сможешь переломать мне кости? Я же вас всех вырезал здесь в один прекрасный... Один прекрасный день. Такая музычка веселая, блядь. Казематы ебаные. Здесь пусть живет. О. Просто стража. Добро пожаловать, Выштар, сын Севера. Меня зовут Делазар. Я хочу учиться у тебя. Конечно. Мои знания доступны каждому, кто смог добраться до Иштара. Так, покажи мне свои товары. Что у тебя есть? Беру вот это. А тебе... Арбалет, это... Ебать, слишком долго. Что за книжка? Немного специй, чуть-чуть помешать. Да, я не помню, я типа только с ним что ли могу, с Зубином нормально так общаться. Блять, дворец нахуй. Ребята. Говорят, пришел воин. Воин с севера, ты опоздал. Экзамен уже начался. А в чем его суть? Я ищу нового человека. Воина, готового взяться за важное задание. Можешь прекратить свои поиски, я возьмусь за твое задание. Да, я тоже так думаю. Но, как я уже сказал, экзамен начался. Ты примешь в нем участие. Поговори с Угросалом. А ты можешь зайти? Поделай, да, можно. Нихуя себе, у тебя бассейн есть даже, блядь! Что же это? Элитный воин, мастер клинка... Девочки. У нас с обоих еще будут неприятности. Что а же дальше? Это? А дальше что? Что с ним? Его хата, да, блять? Нужен. Кафедр? А, аналоги нет, что ли, у него? Не может быть, чтобы у. А вот. Ирабар начал войну против орков, и весь гнев Иноса был с ним. Рабар побеждал. Когда все враги были мертвы, Инос сказал ему: «Именно здесь ты должен основать свое королевство». И Рабар поступил так, как было велено.
сломана. Квизита. Тихо, смерть еще. Тихо. Я только это место обворую, больше воровать не буду. Чтобы без. Если так. Ага, ладно, пока. Что за инквизитор? Одноручный меч? Еще, блядь. Буду снюхать. Что же это? А ледяной клинок я, наверное, продал, да? Да, продал. А ну нахуй, две катаны, блядь, будут заебись, нахуй. Чё, опыта у меня, так понимаю, нет, да? Мне нужен ул. Мне нужен какой-то там. Куда мне сейчас искать, блядь? Где его искать сейчас, нахуй? А он гуляет, блядь. Стой. Я хочу пройти испытание. Этот ваш экзамен. Да? Он уже начался? Но если тебя прислал Зубин, тогда можешь попытать свое счастье. Что нужно сделать? Все очень просто. Любой житель гор... И поверь мне, я буду наблюдать. Кто мои соперники? Заркас. Он хороший воин. Он собрал свою группу и отправил... А еще в экзамен... По-моему, он тоже еще... Испытай меня. Если ты хочешь выполнять особые поручения Зубина, я буду твоим... 25, охуеть! Ты мне ничего не дашь, да? Тоже. Я буду участвовать в испытании. Что? Ты хочешь стать тем, кто примет задание Зубина? Я много лет совершенствую свои способности. Как долго ты здесь? Это мы еще. Вот именно. Что, я не до конца понимаю, блядь. Может, на арене разрешат пиздиться? Я хочу, чтобы ты меня испытал. Уж не тот ли ты великий боец, который ищет Зубина? Я дам тебе возможность это доказать. Разумеется, перед началом боя каждый боец... Сохраняемся. Ну давай, сука! Будет бой, мужики! Опа! О, не ударил меня, смотрите-ка. Сейчас можешь ударить. Но, так и знал. Хило. Давай. Это делается. Чистая победа.
не понял, блядь, юмора нахуй. Хорошо, твой следуй. Давай мне против. Пусть я обзову сам. Давай. Уйди, Макас. Покажи ко мне, что ты можешь. Мужики, драка! Попался нахуй. Отличный удар. Ты тоже хочешь подвергнуть меня испытанию? По-моему, все эти испытания просто глупость. Посылают людей куда ни попадя, только для того, чтобы они так... То есть ты не хочешь? Если ты... Ступай к Кафе. Он охраняет колодцы возле города. У него всегда найдется. Ты чё? Ты дашь мне какое-нибудь испытание? Человек, которого ищет Зубин, должен быть конченным матерым отморозком. Охуенно! Я такой и есть. Он должен разбираться в охоте. И этот... Для него не составит труда принести... Да не простых льву, потому что это... Конченый отморозок просто обязан знать кое-что об охоте. А если нет, то ему придется поискать себе учителя. И где же конченому отморозку искать шелудивых тварей? Эти твари рыщут по всей пустыне. Где-то на западе. Да, кстати, это же из... О, ты торговец? Что у тебя есть? Ебать, стрелы покупаю в сенах. А инквизитор забирай нахуй. Вот твои шкуры. Ну ты просто конченый отморозок. Думаю, Зубину ты пригодишься. Хорошо, Мусана. Давай мне следующего противника. Ты будешь выступать про... Давай. Чух, нахуй, два мяча, блядь. Иди сюда, сука. Мужики, драка! Да, да! Тебе не повезло, катана довольно длинная, блядь. Может. А не, я лучше посплю, сейчас пойду. Ты победил троих сильнейших бойцов. Ты выдержал мое испытание. Мне больше некого выставить против тебя. Держись. Я тебе покажу. Проверь меня. Знаешь, ты мне здорово помог этим пакетом. Я думаю, на. Заебись. Пойду-ка посплю где-нибудь, а. А, мне же хату мне дали, ебать. Ты ничего не говоришь, да? Приходи с... Я думаю, он сохранится. А вот именно кто-то еще внутри двора был. Ну и что теперь? Лучше бы... Не, нахуй, иди в жопу. А, тебе похуй, ты не будешь, да? А, еще верхний ярус есть у вас. Сейчас. Уа!
мастер клинка, блять, стоят два дебила из ловца одинаковых яйца, блять. Уже никого нет, да? Ну ладно. Ко входу типа подсылка меня. Ты что-нибудь мне скажешь, нет? Эй, ты чего не забыл? Какой? Ты же принимаешь участие в испытании. Только не думай, что я не стану тебя проверять, лишь потому, что я стою не в городе. И что же это будет? Твой конкурент Заркас уже давно гуляет. Он отобрал у меня очень древний кубок. Отобрал? Во время борьбы на арене. Итак, верни мне... У тебя есть еще что-нибудь? Ты должен быть осторожен. Там на улице сидят несколько... Они-то откуда? Да, я думаю, в городе у тебя... Где мне найти? Он разбил свой лагерь немного от родников, но не иди по дороге и будь осторожен. Львов там уже нету, ассасинов я вроде убивал, убийц наемных. Опять еще появились, блядь. Не должны. А, вот они валяются, голубчики, уже здесь, блядь. Бедненькие. Нихуя, мне, конечно, не жалко, нахуй с ним. Бежим, 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 бежим. Чем ему сейчас надо будет помочь, интересно знать. От души не ебу, что сделать надо. Я ищу Кафу. Он наверху. Ты шо, Кафу, блядь? Я думал, это жена ублюдок. Макас прислал меня, чтобы помочь тебе. Макас? Да он давно уже. Погоди-ка, что это? Шакалы, вперед! Хватит, они появились из воздуха, видели? Что за мерзкая тварь? Эти проклятые грязные твари. Иногда они нападают дважды. Проклятье. Они у других колодцев. Бля, сейчас подожди. Сука, дай воды попью. Бежим, блядь. Блять, крутись, сука! Блять, ты ебанутый! Уф, блять, а! Меня бесит эта багованная игра, сука, ебанутая, блять! Я чуть своего же не убил. Пришел твой конец, жалкая тварь. Так, эти ублюдки вздумали. Ну мы им... Итак, меня при... Про... Тогда убей вожак. Где обитают шакалы? Они спускают... Лучше задание придумать не мог, да, блять? Шакалы ебаные, блять! Ты ничего не скажешь. Да? Пошли на шакалов, хочется хуй. Так, как я ненавижу, блядь, эту игру. Я разделался с вожаками шакалей стаи. Ты отличный охотник. А если тебе нужна еще вода? Пизду нахуй, я, блядь, не знаю. Ну, это вообще, я не, блядь, ну, как можно? У меня элитные доспехи ассасина, блядь, оружие не слабо. Меня, блядь, шакал отхуярить может, как мне хуй делать. Это, я вообще этого не понимаю, юмора. Сейчас скажу, блядь. Блядь, баланса вообще нету, блядь. Я убил вожака стаи шакалов. Хорошо. Хоть отдохнем немножко. Не думаю, чтобы шакал... Можешь сказать? Ну и теперь пошли туда, где охотник на львов, блядь, ходит.
довольно далеко отсюда, так что я это скипну. Так, вот эти бараны. Я участвую в испытании ассасинов. Да? Получается, ты... А проблем... Твой последний час пробил. Нихуя себе, блядь. А, последний час пробил. Ох ты ж, ёпта, блядь. Блядь, дай мне крутиться нормально, сука. Тихо. Давай, сука. Добиваем. О, уже и штаг почти сделали репутацию. Опа. Сейчас мы еще ему это вернем, наверное. Как ее, блядь? Чашечку. Наверное, уже будет 75. Я, по крайней мере, на это надеюсь, блин. Да? Еще что у нас, блядь? И знаешь, с кем ты связался, блядь? Так. Хватит древ этого. Воевон, что пора телепортироваться. Так, вот это мне и нужен. Вот твой кубок. Замечательно. С Заркасом расправился? Заркас убит. Ты далеко пойдешь, отец испытания. Нет, не уходи. Сколько мяса, блядь, упал. Доел. Каковы мои успехи в прохождении испытания? Да, кто и есть человек Зубина, так это ты. Чё у вас, шара? А, ничего не скажет. Ну ладно. Я же все задания выполнил. Какой мастер обоя, блин. Там, извини, блядь, 25 очков надо, ёбаный в рот. Да хрена. Угросал прислал меня. Я выполнил твое испытание. Хорошо. Значит, теперь ты мой новый человек. Поздравляю. Какое у тебя для меня задание? Песок таит в себе древние, могучие тайны. Некоторые из них нам пригодятся. Другие же пусть навеки остаются неразгаданными. Орки раскапывают руины древнего народа. Они ищут то, чего они не понимают. Только Ксардас разбирается в этом. Скажи мне, что они ищут? Что это за мрачная тайна, которую якобы знает Ксардас? Какую древнюю силу он надеется найти? Разыщи Ксардаса. Я, конечно, думаю, что ты мне доспехи какие-нибудь охуенные даже, блядь, типа там. О, бля, ассасина, доспехи-то элитного там. Прям, блядь, бога Беллера. Ну, как обычно, не судьба. Так, я хочу в Бакареш. Так, мне нужен здесь один баран. Так, вот. Вот он. Я служу Белеру, я ассасин. Да-да-да, ты истинный ассасин. Мы братья по духу, не так ли? Приветствую, брата истинной веры. Твоя вера крепка, твоя рука негоже, тебе позиция часаком для масла. Управляйся в штаб, там есть арена, где ты отдашь нужному человеку эту сумку полную золота. Что это поимеешь? С того, что я получу, кроме дыры в своих сближениях. Это умер тесен друг без друга. Мы еще не раз встретимся. Понятно.
Ну, ладно. Избранный народ. Для нас богатство, для Белиара. Что ты знаешь о древних верховных жрецах? Больше, чем хотелось бы мне, и меньше, чем хотел бы знать ты. Это начинаю рассказывать. Сигма хочет знать о том, как они связаны с магией мертвого народа. Сигма, говоришь, почему зачитывался этой темой? Это длинная история. У меня есть время, рассказывай уже. Темный маг из Моросу нашел свиток из мертвого города и Плачевого, но что-то пошло не так, он выпустил болезнь, когда что отравил источник в городе. Противоядие было быстрой причиной теперь заниматься Сигмара. И тут уже ты вступаешь в игру, Сигма хочет получить сведения о верховных жрецах. Верховные жрецы и поныне бродят под древним храмом комплексом и покинутых областях пустыни. Ведь ничего удивительного в том, что жрецы чувствуют древнюю магию и способны ее направлять. Больше ты ничего мне не скажешь. Вступишь в борьбу против верховных жреца, сможешь поразмышлять о воле. То, о чем я говорю, тебе поможет, я сознать пустой, понимаю. Мы избранный народ. Для нас богатство, для Белиара господство. И ну, в следующей серии отправимся в Вингард уже. Так сказать, надо орков поубивать, набрать их снаряжение и продать, и у нас будет опять капитал. Или отправиться... Нет, я все-таки... Так, есть, блядь, спуск нахуй в подземелье туда. Вон здесь. Да, вот здесь. Хасу, меня прислал Сигмар. Что я могу сделать для Сигмара? Он интересует своим познанием в магии мертвого народа. Что же именно его интересует? Он хочет, чтобы ты мне рассказал историю о борьбе против верховных жрецов. Не лги мне, это оскорбляет мой слух. Сигмар никак бы не потребовал, чтобы открыл страницу прошлого. Мне стоило многих ночей, чтобы друг Бель очистил меня от скверны. Ясно. Сигмар хочет распутать, что скажешь, что это тебе они совершают службу и правят смерть, а так же их делают при жизни. Больше ничего. Больше никаких мыслей верховных. Не в этой жизни. Понятно. Ну что ж, Сигма, сейчас ты... Давай, лучше со мной поговорить. Ты мне сейчас скажешь на это. ППС? Амуль сообщил мне важную деталь, не достает часть головоломки. Зомби верховных жрецов все еще способны задействовать на магию. Я был у Хасула немного... Конечно, он немного того, он послужил Белеру в Великой Бабле. Война против него оставила глубокие шрамы. Понятно. В этом я сомневаюсь, тебе скажи, дал ли кто-нибудь по-настоящему ценное указание. Он сказал, эти штипы даже мертвыми умеют куда давать. Ну да, чего-то в этом я ожидал, что-то подсказывает мне, что даже зомби верховно могут обладать магией. Выходит, из нас ты самый умный? Вот это да, Хаосу мы подразумевали одно и то же. Верховные жрецы дергают саму смерть за ниточки. Пока они находятся или живут, маги мертвых губ предположат действовать. Царство Белев опасно, мы не можем это допустить. Мы? У меня нет проблемы с нежитью. Это Нингал заигрался со свитком. Как уполномоченный ассасинов, ты ничего ответственности за это, Павел, я думаю, ты понимаешь это? А если нам придется подарить вечный покой несколько забывших носителей матери, неплохой план, ты сделаешь это? Ну, тогда я пожелаю тебе удачи. Иди и уничтожь последних жрецов нежити. Это и для твоего же блага. Но если ты так говоришь... Нигде я должен их найти, блядь. Где-то еще шакалы. Эти остались, блядь. Шакалы. Уаааа! Заебись, когда хуя здоровье. Касим, не тебе что ли это? Что случится, что-нибудь такое? Я помог Кафе. Очень хорошо. Теперь мне не придется так торопиться назад. Я скажу у Гроса. Послушай. Я прибыл с далекого Бакареша. Ах, Бакаре, сокровище, вещь точно побережье. Что я могу для тебя сделать? Меня интересует катана. Ах, и еще тебе сердечный привет Ашну. Ашну старой машине должен получить свою катану. У меня золото, сумки достаточно, я хочу получить сейчас 5000, только не пытайся торговаться. Тут
теперь это вообще сюда еще обещаю. И что ты дал мне обычную катану? Ничего хорошего не выйдет. Это одна и та же история. Ладно, ладно, тихо-тихо, спокойствие, никого убивать не надо. Никто ничего от меня не узнает. Сейчас могу слово телепортировать, узнаю кое-что и... Все, на этом все завершаем. Будь всегда бдителен. Нихуя ничего не скажет, а ты чё? Ну что ж, если они все молчат, придурки, блядь, эти ёбаные, это может серию завершать. Спасибо всем тем, кто смотрел. Всем пока.